На заключительном этапе лазертага у нас сошлось 16 команд. Мы сыграли изначально групповой этап, в котором у нас сошлось 4 группы, 4 команды. После этого стадия плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала, дальше полуфинал и финал. Мне кажется, вообще прошло все замечательно, как и у IT-корпорации, так и у битвы корпорации. Особых сложностей мы не видели, но некоторые команды допускали грязные приемчики. Кто-то расстраивался, конечно, если не попадал, решил на оборудование. Но, тем не менее, все прошло круто, и некоторые команды заранее готовились. Они приходили, тренировались, как бы, и в этом был их плюс. В принципе, все эти команды вышли вперед. В принципе, лазертаг, помимо своей динамичности и коллективности, был интересен еще в формате турнирной таблицы итоговой, так как помимо лидерства водоканала, команды ХТС, Адидас, Фрешлайн сражались за серебряные и бронзовые медали весеннего кубка. Заключительный этап общей битвы корпорации. Это был 10-й вид спорта, который финализировал наш спортивный год. И мы уже на этом этапе узнали имя абсолютного чемпиона. Важное качество – это все-таки хорошее настроение, слаженность команды, чтобы в любом случае был лидер, который управлял командой, и, соответственно, вся команда его слушала, давала советы, работали над ошибками. Это, прежде всего, командная игра. Если на эти корпорации мы там объявляли чья точка, в данный момент мы решили не объявлять. И, как мы увидели, это улучшило общение между командой самой. Ну, а также скорость и хорошие эмоции. Подводя итоги сезона 2016-2017, оглядываясь назад на 10 проведенных этапов и 2 кубка, это осенний и весенний, мы определили абсолютного чемпиона. Им стала команда «Водоканал». Поэтому теперь можем смело заявлять, что команда «Водоканал» является уже двукратным чемпионом битвы корпораций. Также нам хотелось бы выделить и соперников команды «Водоканал», которые постоянно держали их в тонусе. Это команды «Адидас», команды «Фрешлайн», команды «Харьковских тепловых сетей». Более того, хочу сказать, что все команды, не выделяя какие-то сильные спортивные стороны или сильные коллективные, болельческие стороны. Хотелось бы сказать, что действительно за этот период все из 18 команд стали нам близки, стали, пусть даже не друзьями, но товарищами, хорошими по спорту. Они во многом помогают развиваться нам, и я надеюсь, что мы помогаем развиваться им в качестве досуга, в качестве спортивных достижений. Супер! С первого же моего участия я поняла, что это мое, и я хочу участвовать в следующих этапах. Начнем с того, что большой заряд положительных эмоций я получила от каждого этапа, вне зависимости, заняла я какое-то место, не заняла. И второе, это то, что очень сближает коллектив. То есть на работе мы не можем так сблизиться, а как раз в таких спортивных мероприятиях очень сильно сближает коллектив.
очень-очень понравилось, весело, классно. Мы рады, что именно пятый мы завершили с таким успехом, потому что это первый опыт. И к тому же у нас очень-очень-очень маленькая команда, если сравнивать с водоканалом, ХТС и прочими. Но тем не менее мы пошли замечательно в пятерочку и показали, что даже в команде, в компании, где мало людей, можно тоже участвовать, заниматься спортом, активно проводить время в компании. К тому же, как ни крути, но очень-очень сплощает сам коллектив. Решает командный дух. Решает, да, командный дух. Определенно. И мы будем всегда рады всех видеть на сезоне 2017-2018. И регистрация на этот сезон начнется уже буквально через месяц. С 1 июля у нас начнется предрегистрация. А сам турнир «Битва корпораций номер 3», третий сезон, начнется уже в сентябре месяце. Да, ну вообще все классные, все замечательно, ну, каждый вид спорта. А добавляйте вот виды спорта. Да. Пола? Например, да. Ну, не знаю, еще можно... К следующему сезону мы подготовимся получше. Конечно, конечно. Я уверена, что в следующем году мы подготовимся, станем более уверенными в себе и займем как минимум второе, как максимум первое. Будем стараться к первому месту стремиться. Вполне возможно, что от некоторых видов спорта мы откажемся для того, чтобы разнообразить все-таки битву корпораций, чтобы привнести что-то новое. Мы рассматриваем и плавание, мы рассматриваем и теннис, и разные виды спорта. Не будем раскрывать все сюрпризы, но я думаю, на следующий год спортивный будет не менее насыщенный, чем предыдущие два этапа битвы корпораций.